15 месяцев, 10 тысяч километров, 22 региона и 6 пар кроссовок. Российский Форест Гамп Максим Егоров, инженер-электрик из Чувашии, пробежал в одиночку из Санкт-Петербурга до Владивостока. Изначально пересечь почти всю страну марафонец планировал за 6 месяцев. Взяв на работе бессрочный отпуск, Максим начал свой путь в январе 2020 года и рассчитывал поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Токио в июле. Но в его планы вмешалась пандемия, игры перенесли, да и физически преодолеть такую дистанцию оказалось не так просто. Бежал Максим налегке, в небольшом рюкзаке лишь 2 комплекта сменной одежды, зарядки для телефона, сухофрукты, вода и перцовый баллончик на случай встречи с дикими животными. А вообще встречали диких животных? Да. А ну, каких? Таких, нет, диких животных-то, таких типа медведей, волков, и я не видел, тигров. Только там лоси, косули. Теперь, когда долгое путешествие окончено, российский Форест Гамп планирует вернуться в северную столицу. Правда, в этот раз на самолете. Во время забега он делал заметки, описывал каждый день и людей. В планах спортсмена-любителя написать книгу о своем невероятном приключении с запада на восток.